Алена Горева – интернет-маркетолог. Работать на себя девушка решила 2 года назад. Сначала она открыла ИП, но прогорела. Большие налоги задушили первые начинания. После Алена поняла, нужно искать другие варианты. Уже 4 месяца она самозанятая. Самозанятость – это отличная возможность для начинающих предпринимателей попробовать себя в роли предпринимателя, при этом не платя такие большие налоги, да, отчисления в пенсионные, в страховые, зарегистрироваться через приложение «Мой налог». Регистрация занимает там буквально 2 минуты. Он не платит, он платит только за доход, который приходит ему. И все. Налог для самозанятого 4% от сделок с физлицами и 6% с юридическими. Все расчеты проходят в мобильном приложении. Стать самозанятым может любой, кто производит товары или оказывает услуги и не привлекает наемных работников. Еще одно условие – суммарный доход не должен превышать 2 400 000 рублей в год. Алена делится, это очень удобно, и советует другим также работать на себя. Тем более, что в центре занятости населения спрос на вакансии выше, чем количество предложений. Уровень регистрированной безработицы сейчас составляет 5,7%. Если в численности, то это примерно около 26 тысяч безработных граждан. А вакансий сейчас на данный момент 11 тысяч. Возможность составить официальный договор, выставить расчетные счета – не единственные плюсы самозанятости. Помогает активным гражданам и государству. Поддержку можно получить в центре «Мой бизнес». Мы оказываем такую поддержку, как генерация бизнес-идей, как разработка бизнес-плана, упаковка бизнеса самозанятого, разработка фирменного стиля, разработка товарного знака и его регистрация, продвижение товара на рынке, образовательные услуги. В том числе поддерживаем производственные предприятия, и выводим продукт либо услугу нашего предпринимателя на экспорт. Помимо прочего, существует кредитование для самозанятых. Ставки для них куда ниже, и документов требуется минимум. В том числе гарантийный фонд подключается к этой поддержке и может быть поручителем по данным кредитам. Для нас важно, чтобы вы подали заявку как самозанятый в банк или в микрофинансовую организацию, получили одобрение. И, как правило, все кредиты они выдаются при залоге. И если вам не хватает залогового обеспечения, то гарантийный фонд готов идти навстречу и стать поручителем по такому кредиту. Несмотря на все плюсы режима, теперь Алена планирует открывать ИП. За несколько месяцев ее прибыль выросла. Также в планах у девушки нанять работников. Но всего этого не было бы, если бы не скачанное однажды приложение. Мария Кравцова, Константин Гармаев, Алексей Жилин. Новости дня.